Giacomo, электрокамин в стиле рококо марки Алекс Бауман. Небольшие габаритные размеры. Присутствует обилие декоративных элементов, покрытых патиной под золото. Скругленные углы. Подойдет для гостиной, выполненной в классическом стиле. Панорамное стекло, увеличивающее угол обзора. Осветительные элементы, светодиоды. Пятиступенчатая регулировка яркости пламени. Подсветка боковой кирпичной кладки. Работает как в декоративном режиме, так и на обогрев от 22 до 60 градусов. Установлен термостат, который отключает обогрев при достижении заданной температуры. Электрокамин безопасен для детей. Установлен эффект затухания, тление дров. В комплект входит пульт дистанционного управления. Обрамление изготовлено из высококачественного МДФ, покрытого натуральным шпоном. На обрамлении сохранен естественный рисунок древесных пород. Осуществляется немецкий контроль качества. Цвет – топленое молоко с золотой патиной.